Сейчас я вам покажу, как сделать рачий шаг, обвязку с воздушной петлей. С воздушной петлей он получается вот такой немножко воздушный, не сильно прилегает к краю. Обвязка получается очень красивая, ажурная. Ну что ж, давайте приступим. К краю изделия прикрепляем ниточку. Крепим ниточку, фиксируем ее воздушной петлей и начинаем обвязку. Делаем воздушную петлю, пропускаем одну петельку захватываем ниточку. И две петельки на крючке провязываем как одну. Снова делаем воздушную петлю, пропускаем одну петельку и в следующую петлю вводим крючок. И две петли на крючке, вот они две петли, провязываем как одну. Итак, шаг за шагом вяжется в обратном направлении, слева направо. Делаем воздушную петлю, пропускаем одну петельку, в следующую прокалываем крючок. Вытаскиваем ниточку и две петельки на крючке провязываем как одну. Снова делаем воздушную петельку. Пропускаем одну петельку, в следующую вводим крючок, вытаскиваем ниточку, две петельки на крючке, провязываем. Снова воздушная петля, одну петлю пропускаем, следующую провязываем. И вот так, шаг за шагом, у нас получается вот такая вот обвязка. Красивая, воздушная. Не забываем делать воздушную петельку. Вот мы доходим уже до начала ряда. Вот у нас как раз одну петельку пропускаем. Что мы делаем? Мы вводим крючок, где вот мы начинали, соединяли мы ниточку. Мы вводим крючок в эту петельку, но не провязываем мы столбик без накида, а сразу же вытягиваем, как соединяем, чтобы у нас переход был как зубчатый. Соединили, ниточку обрезали и хвостики спрятали на изнаночной стороне. Вот такой переход будет зубчатый. В конце ряда вкалываете, где соединяли ниточку, и сразу же соединяете ее тоже. Тогда получится плавный переход. Все, край изделия мы обработали с вами. Вот такой вот красивый получается зубчатый. Ажурный. Девочкам очень понравится.